свет. Видела не столько будет об отоплении гаража, сколько хотел запечатлеть саму печку. Как-никак раритет. Печка советского производства. Натуральный чугун. Ну и для гаража маленького размера, считаю, идеальный вариант. Потому что она сама по себе компактная. По высоте 60 сантиметров. Диаметр примерно 35 сантиметров. Обошлась мне она в 2700 рублей. Труба в комплекте идет. Вот сама труба длиной чуть больше 3 метров. Считается такую цену чугунная буржуйка с трубой. Очень хороший вариант. Попывала. Сапан, топочная камера. В общем-то, тяга хорошая. Можно использовать как камин. Открыть дым сейчас вовнутрь не идет. Сидеть и любоваться. Вес печки килограмм 50-60. В принципе, один человек вполне способен ее перетащить. Для этого, кстати, предусмотрены с обеих сторон ручки. Где-то в трубе, наверное, надо задвижку сделать. Я уже отверстие в потолке замазал. Посмотрим, как сейчас перезимую. Летом буду что-то думать, переделывать маленько. Залезем сейчас еще на крышу, еще покажу на крыше, как труба выглядит. В принципе, тоже раритет, тоже советское все производство. Вот так вот труба выглядит на крыше. Высота над крышей, наверное, 1,5 метра, не больше, думаю. И такой общий план.